Комментарий, одно предложение. Вот она в самом начале, это моя ученица, вот, значит, Россия, покажи, пожалуйста. Вот в нашей монографии, вот она где, она выше вот такая вот, в 2006 году, мы брали двумя линиями изменения типа уравнения, но это не в том полном смысле слова. Там была, судите, ну, не такая картина была. И потом, вот мы поставили прямоугольник такой, вот видите, она состоит, вот, то есть такой, две области гиперболичности, две области эллиптичности. И оказывается, когда задачи решили, практически получили новые такие спектральные задачи. Вообще их, вот Вадим Александрович говорил, вообще их никто не исследовал. Вот некая вот такая новизна. И видите, вот эта теория, которая вот мной была создана, вот задача перехода для одного типа, тот полностью переходит вот на такие уравнения. В общем, такие красивые результаты получаются.